Всем привет! Сегодня 22 июня, уже вечер поздний. Ну как поздний, время 9 часов вечера. Расскажу последнее событие. Печальное событие. Муська моя, она опять потерялась. Она сбежала куда-то, может быть, в другой двор ушла. Может быть, с ней что-то еще случилось, не могу сказать, не знаю. В общем, когда я хотела ее забрать уже, отвезти к ветеринару, приехала с ночной смены утром, звала ее, и она уже тогда не вышла из подвала. Ну, то есть ее там нет. Хожу, зову, ее там нет. Вот это вот из печальных событий. Дальше. Вчера я сделала прививку от коронавируса, от COVID-19. Сделала прививку, которая называется «Спутник 5» или «Спутник Ви». Ну, в принципе, чувствую себя нормально. Да, я говорила, что я делать не буду, не хочу, я боюсь. Но обстоятельства сложились так, что... В общем, я сделала эту прививку. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Вот. И... Сегодня очень знаменательный день. Сегодня через набережные Челны проезжает великий блогер, которого я уже очень давно смотрю. Его зовут Василий Парфенков. Они с супругой Ириной сегодня проездом, получается, в набережных Челнах. И я поеду на встречу с ними. Ну что ж, время 10 часов вечера. Я выехала, еду пока что по своему городу, у меня есть час 15 минут, даже час 14, чтобы добраться до набережных Челнов, но я должна доехать быстрее. Кстати, забыла сказать еще одно событие, которое у меня произошло. Я починила свой фен, и стоило мне это 300 рублей всего лишь. Так что все в порядке. Сейчас еду мимо своей работы. Главное, по привычке не заехать на проходную. Я и доехала. Я в набережных Челнах. Уже на железнодорожном вокзале. Вот он за спиной у меня. Сейчас пройду насквозь туда, где пути железнодорожные, чтобы там ждать уже. Я с собой подарочек. Такой вокзал здесь большой. Да, вот выход к путям. Тишина, темень. Лосевские сейчас стоят в круглом поле. Должны уже минуты через 3 оттуда выехать. И через, так получается, через 20 минут они будут здесь. Смотрите, какая луна сегодня.
почти полная. Скоро будет полнолуние. Когда заходила на вокзал, заставили маску надеть. Доехала я довольно быстро, за 40 минут, ну, примерно как и рассчитывала. Немножко постояла у обочины, как бы этот, ну там развязка такая с разворотом сложная. Я как бы не знала, как там проехать. Стояла, карту посмотрела. А так 40 минут нормально доехала. О, вот здесь вот светло. А так я прям зелененькая. На улице очень тепло. Я в одной футболке стою. Градусов 27, наверное, есть. Ну, может быть, 26. Очень тепло. Я куртку с собой взяла. Думала, будет прохладно. Ой, мошки всякие. Ну нет, очень хорошо. Комфортно. Эх, сейчас бы рвануть на море. К сожалению, в этом году даже не знаю, получится ли мне поехать еще раз с сыном. Я хотела с сыном в сентябре съездить, но что-то обстоятельства складываются так, что, скорее всего, я не смогу поехать. Значит, будем ждать следующего года. Будем считать месяцы, недели, потом дни по новой поездке. Поезд подъезжает. Я так волнуюсь. Вон они едут. Темно, конечно, не видать ничего. Но я-то хорошо вижу, а вот на камеру не видно. О, сейчас прям фонарь светит сюда. Васевский, я вас встречаю! Почти по расписанию, немножко раньше даже, на 3 минутки. Ну, хотя, может, пока будет тормозить, как раз минуты 2 пройдет. Вот они едут. Мой вагон. Мой вагон. Юлия. Привет, привет. Вот, наконец-то мы встретились. Привет. Привет. Очень приятная встреча. А почему ты с 8-го вагона вышел, да? От меня, вернее, вам. Тоже такой небольшой презент. Ничего не видно, да? Ага, ничего не видать. Пожалуйста, возьмите. Спасибо. Я смотрю, вам там постоянно какие-то эти... Алкоголь дарили. Что сейчас... только не дарили. Да. Сейчас вкусности разные, алкоголи, магниты, много чего дарили. Сейчас посмотрела последний вот подарок, да, вы выложили там Бауэрсак был. Да. Мне Андрей Носов пишет, там, по-моему, чик-чак. Все, я. Смотрю, нет, это Бауэрсак, а то, что у меня, вам чик-чак. Спасибо. Спасибо большое. Задарили нас в этом году вообще столько встреч. Надо было еще один чемодан покупать для подарков. Вот. Чуть не забыла, самый главный подарок, или не подарок. Андрей Носов передает вам огромный-огромный привет.
Так что, Андрей, я передала привет. Андрей Носов, все передали. Привет тебе тоже. Всем до свидания. Всем пока. Приятно было познакомиться. Мне тоже очень было приятно. За подарочки. Кушайте на здоровье. Сразу с клетки спрыгали. Спасибо, доехали. Спасибо, вам тоже. Видео было. Ну что ж, вот и прошла наша встреча. Очень приятные люди, я так рада с ними познакомиться вживую. Прям, ну, на самом деле так приятно. Здорово. Сейчас поезд будет отправляться. Вот он. Вот так буду снимать, потому что на переднюю камеру ничего не видно. Здесь почему-то свет лучше отражается, ловится. Все, отправляется. Едут. Еще немножечко, и они будут дома. До свидания, до новых встреч!